Сегодня будем делать блок EDC-16C2. Это Mercedes 211. Значит, кто-то ему прошил, и у него включается регенерация постоянная. Сейчас будем считывать файл с этого блока с помощью BDM-100. Анализировать прошивку. Ну и по возможности поправим, будем заливать ее назад. На этих блоках держит только вот эта часть. Эта часть спокойно отходит. Вот она. Вот она. Сейчас мы погреем вот эту часть феном и спокойно откроется блок. Все, крышечка открылась. Вот она приклеена на термопасту только с одной стороны. Здесь ничего подобного нет. Как всегда, обязательно щеточкой чистим края, чтобы пыль не попала под процессор наш. Пыль, стружка, мало ли какая-то. Все как следует вычищаем. Чтобы понять, какая нога на BDM у нас первая, нам нужно прозвонить массу. То есть прозваниваем массу. Вот у нас масса. Масса — это вот этот контакт. Значит, первый у нас будет вот этот контакт. Раз масса вот это, значит, первый вот этот. Вот отсюда и мы и начнем припаиваться к разъему BDM. Разъем подпаяли, соединились к BDM-100 и теперь будем читать. Вот он написал, что блок Mercedes EDC-16. Сразу прочитаем весь файл. Подпишем его сингл. BDM-100 сначала читает флеш. Сейчас он все автоматически прочитает, то есть флеш, EEPROM и процессор MPC. Флеш прочитан, а теперь MPC внутреннюю флеш читает, флеш EEPROM.
все, наш файл прочитан. Показан софт. Все, файл сохранили. Теперь нам из этого файла нужно вытащить флеш. Как мы это будем делать? Мы это будем делать через экспорт. Итак, открываем экспорт. Открываем наш файл single. Вот наш файл single. Вот он определил ЕЦУ Mercedes. И теперь нам нужно сделать экспорт файла Flash. Нажимаем экспорт файл. Сохраняем его, пишем Flash. Все, также мы сейчас проверим эту Flash. По возможности исправим, сделаем импорт файла и зальем сингл. Вот, в общем, проанализировав файл EDC16211 Mercedes, где у него начиналась регенерация, выясни следующее, что дамп обработан был некорректно. То есть в некоторых местах не потерты маски ошибок и так далее, и так далее. Вот видим, какая разница. Внизу что должно быть, а вверху что есть. И разница очевидна. Естественно, регенерация начиналась. Сейчас мы стерли обращение к регенерации, потерли маску ошибок, снимем разъемы с датчика дифференциального давления и с датчика температуры отработавших газов. И машина будет работать. Никакой регенерации не будет. Итак, запускаем BDM100. Mercedes. И заливаем Single OK. Где во флеш имеются исправления? BDM сейчас будет стирать. Вот он сейчас стирает. Верифицирует этот блок и записывает. Соответственно, процессор MPC, его внутреннюю флеш, EEPROM и внешний, он будет записывать без стирания. В процессоре мы ничего не меняли, поэтому блоки только тестируются, не стираются, не пишутся. Все, блок мы сделали, отдаем счастливого хозяина.